Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать такое блюдо. Это куриная грудка с овощами. Овощи какие? Взяла 4 молоденьких кабачка. Вот такие прям молочные, хорошенькие. Прям кожица у них страдает. Нежная. Пока везут, видимо, это покоцанные немножко. Так, один перец болгарский большой. Почистила я его уже, все удалила. Луковица одна и молоденькие морковочки такие с огорода взяла свои. Так, и куриную грудку. Кожицу удалила, кости удалила. Значит, что? Теперь все нарезаем кубиками. В первую очередь я нарежу куриную грудку. Сковородка у меня уже разогревается. Включила. И теперь все буду нарезать. Вот на такие кубики. Сначала вот так немножко потоньше сделаю. И потом уже вот такими кубиками нарежу. Ой, ножа этого прям боюсь. Ну такой он острый. Действительно, кто-то мне написал, я говорю, ой, ну классный нож у меня с зубчиками. А помню, что написал мне это мужчина. Говорит, что? Да вы, видимо, не работали хорошими ножами, если хвалите ножи с зубчиками. Надо вот такой нож. Большой, острый, хороший. Действительно, очень даже острый. Так, сейчас, значит, я это все закину обжаривать. А тем временем нарежу овощи. А овощи какие? Будем добавлять по, так сказать, по степени длительности готовки. Вот что у нас быстрее всего приготовится? Конечно же, наверное, лучок, перчик, да? Тогда мы их будем закидывать в последнюю очередь. А следом за курицей я немножко обжарю, минут 10. Потом я закину морковь. Так, все. Это все кидаем жарить. А теперь нарезать будем овощи. Перец буду нарезать вот такими, ну как вдоль пополам разрезала и вот такими полосками небольшими. Теперь нарезаю морковь, вдоль разрезала на две части и вот такими полуколечками. И сейчас первую очередь из всех овощей я закину морковь. Все-таки ей нужно время, чтобы протушиться, прожариться. Ну, хотя она молоденькая, но тем не менее пойдет она первой в сковородку. Теперь нарезаю лук. Ну, такая плоская луковица. Интересно. Лук нарезаю крошкой. Тоже отправляю в сковородку. Можно накрыть крышкой все это дело. Так, ну а теперь остались кабачки.
кабачки. Буду резать прям с кожицей. Она такая тонюхонькая, нежная. Они прям вообще малепусенькие детки-детки. И тоже нарежу вот такими. Ну, брусочками, кубиками, как хотите назовите. Вот такими. Теперь к курице и моркови с луком отправляем кабачки. Высыпаем все. И останется у нас перчик. Но перчик я высыплю потом в последнюю очередь. Вот так вот все пусть тушится. Все хорошо перемешаем. И накрою крышкой. И будет такое овощное рагу с куриной грудкой. Будет очень вкусно. Потом сверху уже в самом конце можно потереть сыр. Твердого сыра у меня нет. Покупала такой на какой-то салат, не помню уже. Покупала плавленый сырок. Нужен был. У меня один завалялся в холодильнике. Может быть, я его сюда и добавлю. Посмотрим, как это будет. Ну и все, остался перчик. Перчик попозже добавлю. А теперь накрываю крышкой и тушим. Ну, пока вот кабачки не станут почти готовыми. Итак, кабачки потушились у меня 10 минут. Теперь я добавляю перец сюда и солю. Солю и добавлю, пожалуй, перчик черный. Вот так вот посыплю. И все снова помешаю. И оставлю тушить еще минут на 10. И будет вкуснота. Овощная вкуснота. Пока у нас тушится перчик, я нарежу зелень и приготовила сыр. Сильно мелко не буду резать, вот такими крупненькими. Вот так. Все, теперь зелень готова, сырок подготовили. Теперь положу в тарелочку овощную рагу нашу с курицей и натрем сыр. Вот такое блюдо получилось. Куриная грудка с овощами. С кабачками в основном, можно сказать. Все вкусненько, аппетитно. Кабачки быстренько прожарились, так нежные очень. На все про все ушло у меня полчаса. Вот, попробуйте, сделайте. На вкус очень вкусненько получается. Очень такое легкое, нежное блюдо. Горячее. Сырок уже подплавляется. Замечательно. Ну все, с вами была Наталья. Всего вам самого доброго желаю. Всем пока.